Детский сад – это то место, где малыши проводят практически весь день, пока родители на работе. Именно в дошкольном учреждении дети начинают приобщаться к социуму. Первые малыши переступили порог алых парусов в ноябре 1979 года. Дошкольное учреждение открыло свои двери 40 лет назад, Международный год ребенка. Комплекс сразу стал одной из визитных карточек Крыма. Сохранил за собой садик это почетное звание и спустя десятки лет. Я здесь с 1983 года. Это тоже достаточно большой путь здесь пройден. Здесь замечательная жизнь, здесь великолепные, насыщенные, яркие дни проходят. Дети с удовольствием ходят сюда, не хотят вечером уходить. Мы гордимся этим, получаем удовольствие здесь всем. Главные герои праздничного дня, конечно же, дети. Сегодня для малышей особенная программа. Прямо при входе их встречают аниматоры «Попугай» и «Солнышко». Малыши получают в подарок шарики и брелоки. Одно из правил начала хорошего утра – зарядка, которую воспитанники делают все вместе на свежем воздухе в сопровождении веселых песен. Воспитанники продолжат праздновать день рождения алых парусов в каждой своей группе. Для них преподаватели приготовили развлекательную программу. Малыши смогут увидеть архивные фотографии сада, посмотреть фильмы об истории дошкольного учреждения. Сегодня мы готовили, старались для них сделать приятным день, придумать много разных подарков и сюрпризов, для того, чтобы у них был просто целый день радости. Особым спросом в праздничный день пользовалась фотозона. Каждый желающий мог сделать фотографию на память. С нашей съемочной группой малыши делятся впечатлениями от праздника и, пользуясь случаем, поздравляют родное дошкольное учреждение с днем рождения. Сегодня день рождения нашего детского садика. А сколько лет ему исполняется? 40. Мы веселимся там, играем там сегодня. Днем рождения, садик! Мы с друзьями сегодня веселимся. От улыбок на лице, активных танцев и игр можно с уверенностью сказать, что этот праздник пришелся по душе как детям, так и взрослым. Мария Мосур, Артур Добряков, служба новостей ИТВ.